Час ночи, 29 октября. Окраина городка Вахтан Нижегородской области. Седьмой этап Поволжского кубка по внедорожному спорту. Место встречи – Коровья Поляна. Летом сюда молочных животных гоняют, а сейчас здесь мы. В общем, смотрите сами. Ребят, мне стартовать уже пора. Надо беречь некоторые части тела, которые пригодятся в дальнейшей жизни. 50 километров бездорожья жуткого. Сейчас будет происходить момент истины. Если они засядут, то я уеду дальше. Если нет, то я буду снова здесь ждать следующих участников. Посмотрим. Главное, чтобы не засели камеру. Мне опять не повезло. Они смогли преодолеть эту грязь и уехали дальше. Да, все кончилось, слава богу. Сейчас все результаты подвести и буду счастлив.